Дорогие друзья, дорогие приятели, с удовольствием, большим удовольствием приветствуем вас на территории посольства Российской Федерации в Сербии. С задовольством, с великим задовольством поздравляем вас на территории амбассады Русской Федерации у Республики Сербии. Вот, в этом саду он был другой немножко. Мы не первый раз встречаемся, вот, но последние годы всегда, когда был праздник, всегда был дождь. У овој баште, а сусрећемо се више пута, али не сваки пут у овој баште, сваке године кад смо одржавали празник, иде киша. Вот. А в этом году повезло. А ове године срећни смо. Не знаю, кого и благодарить. Не знам чак никога да захвалимо. Спасибо, что пришли, так что я думаю, что мы сегодня разрешите поздравить соотечественников. Здесь много российских граждан, которые живут в Сербии. Всех наших дорогих гостей государственным праздником Российской Федерации Днем России. Хвала вам, да сте дошли. Дозволите да честитам нашим дорогим сународнецама, русским држављанима који живе у Србији, нашим дорогим гостима, државни праздник Руске Федерације, Дан Русије. Вот. Российскому государству 1155 лет, а современной России, Российской Федерации, 27. Русской державе напуњава 1155 година, а Русска Федерација 27. Вот я хочу сказать, что сегодня, в общем-то, как и раньше, но сегодня особенно в гостях у нас элита Сербии. Я бы желаю докажем, да данас, у ствари, као и ранее, али данас, као и прошлый год, у нас у гостима е элита Сербии. Вот, и может быть не столь важно, это элита, которая элита власти или элита оппозиции. Это элита политики, экономики или культуры. Важно, что это дружественная Россия элита. Уверен, что это лучшая часть Сербии. Спасибо огромное всем, что пришли. Не важно, да ли представлена элита власти или оппозицию, да ли из сферы политики, экономики или культуры. Важно, если она, да и ова элита приятельски расположена прямо Руссии. И сигурен сам, то и наиболее дело Сербии. Хвала вам свима, что сте дошли. Я знаю, что в России и в Сербии на праздники положено что-то дарить. Ну, символическое, но что-то приятное. Знамо, да, у Руси, как и у Сербии, поводом праздника обычно се доделю поклоны. Символичные поклоны, али ипак обычно традиционально нечто приятное. Вот, и поэтому я хочу вручить такой небольшой символический подарок не так давно избранному президенту Сербии господину Александру Вучичу. И он, да я бы желаю, да, уручим малый, али врло интересантен поклон недавно избранному председнику Сербии господину Александру Вучичу. Вот. Я думаю, что многие здесь присутствующие знают, что у каждой страны много символов, и у России тоже символов много. Я мислим, да више от овде присутних знаю, да сваку землю представляю неке символи, а Русію олючу више символа. Вот. Ну, это, например, икони, да? Русські ікони, так сказать, это один из символов страны. То су, например, русські ікони. То є один от символа Русії. Вот. Это, например, медведь, да? В России медведь – это символ, который так или иначе говорит про Россию. Или, например, медведь, то є символ, кое так или иначе, але везен є за Русію. Вот. Или гжель, или палик, или федоскинские шкатулки, или полопосадские платки. То су и гжель, и палик, и федоскинские кути, и павлово-посадские шалови. Угу. Вот. Но есть, и конечно, если мы говорим в общем, например, самовар, да, тоже это символ своего рода России, и водка тоже, да, и водка, как вы говорите, не можем сказать, как символ страны. И, наравно, когда говорим генерально, то су и самовари, то и правый символ Руси, а и водка, никакой не можем без водки, это также есть символ. Вот, но есть еще один замечательный символ, который в Сербии, может быть, не знают, сказать, это жестово. Это руками вручную куют под нос и потом украшают его цветами. Али постой еще один познатый занят, кое можно не только познать за Сербы. Когда куюнже буквально руками створаю тацне по служавнике и обрадую га и насликаваю свечи на новом челику. Вот называется жестово.
зовется Жостово. И художник от руки рисует цветы. Таких композиций за 250 лет существования Жостова более 200. І слікарі руком створили различні композиції. І за 250 років на постоянні вокзалу було створено більше 200 композицій. Так що я вам покажу зараз, сподіваюся, що вам подобається російський символ. Якщо не подобається, тоді будемо думати о чому-то другому. Так, от я хочу вам покажемо то. Ако чи вам це свідити, онде то є лепо. Ако не чи вам це свідити, ми чому розмислити о нечому другому. Я хочу пожелать, чтобы такая смесь металл и цветы, то есть прочная, крепкая и красивая. Я бы желаю да овый поклон символише так и верлины, каова уникальная комбинация человека и цвеча. Так ли да будет чврст, леп и очаровывающий. И я пожелаю президенту, чтобы на этом железном подносе с цветами он бережно нес добрые российско-сербские отношения. Я хочу пожелать председнику та новоучеличному послужавнику со цвечем пажливо носить добрые отношения между наших земалях. И в заключение я хочу сказать, что наша стратегическая цель — обеспечение безопасности и развития в дружбе с Востоком и Западом. И в завершении своего говора я бы желаю да истакнем, да наш стратегический цель є да осигуримо безбедность и развой у приятельству с Истоком и Западом. Наша цель в стабильности, но не в той же стабильности, как вот стол, как столб электрический или телеграфный столб, а в стабильности движения, да, как в стабильности велосипедиста. Наш цель є стабільність, але не ова стабільність, кое се односи на ступ за трафостаницу, него стабільність у покриту, стабільність біцикліста. Вот, будем идти к этой цели в дружбе и согласии с Сербией. И мы чему секретити прямовом цілю у приятельству и согласности со Сербием. Россия за целостную и процветающую Сербию, за мирные Балканы. Русия се залежи за целовиту и просперитетну Сербию, за мирен Балкан. Так что разрешите произнести тост. Так, куда дозволите, да, кажем здравицу. За День России. За Дан Руси. За русские и сербские народы-братья. За братские народы, русские и сербские. И за всех присутствующих здесь друзей России. Спасибо. И за все приятели Руси. Кое-что, хвала вам.